Ткаченко наше все в Японии. На координатор всех мероприятий. Нихон не океру варевале но субете но ивенто но координатор о цитоме феймас. Наше связующее звено между Японией и Россией, я бы так сказал. Ма, варевале то Нихон мусубу линку да то мошегамашо. Его супруга Соня. Каре но оксама Соня сан дес. Максим Колосов, актер. Максим Колосов, ва, хайю дес. В прошлом году мы показывали фильм «Лиризмы», а в этом году будет картина «302 бис». «Лиризмы» という映画を上映しましたが、где Максим и наша очень известная популярная актриса Лиза Арзамасова, которую в России очень хорошо знают и любят, они сыграли главные роли в этой картине. Россия で なかなか 人気のある女優さんで、リザ・アルザマスワさんです。先ほど申し上げた映画の主役を務めました。Юлия Арзамасова. Юлия Арзамасова. Директор Лиза Арзамасова. Юлия Арзамасова. Потеряно Арзамасова, сам менеджер です. Да-да-да. Олег Агейчев, кинорежиссер. Олег Агейчев. Его фильм «Доминика» в нашей программе. «Доминика» という彼の он будет показан завтра. Потеряно 上映日程に入っています. 明日上映する予定です. Программный директор Александра Жукова, она сценарист, киновед. Александра Жукова собирала эту программу. 脚本家であり、映画研究者でもあります。今回のプログラムのまとめを担当した方です。Дмитрий Тихонов, актер, тоже у нас известный. Дмитрий особенно Тихонов, среди молодежи. Токуни, композитор, певец. Но на каде Юмена Айюдеште. А то вас сакуши. 活動も行っており、歌手でもあります。Сейчас здесь нету Рустама Хамдамова, гениального нашего художника и режиссера, можно сказать, такое особое явление нашей культуры. Он будет уже на пресс-конференции в кинотеатре. Рустам Хамдамов が本日こちらの会議室におりませんが、我が国の有名な画家で、脚本家でもあります。実際記者会見に彼が参加しますので、その時お会いできます。И мы как раз сегодня открываем нашу неделю его картиной «Мешок без дна», которая по произведению Риноски Акутагавы сделана достойная специального приза в прошлом году на Московском кинофестивале. 今回の我々のプログラムも彼の展示会から始まります。実はその展示会は、その作品が、モスクワで、とても重要な賞を受賞しました。Меня зовут Сергей Новожилов, я продюсер, сценарист, шоумен и президент фестиваля Амурская осень. 私の名前は、можно еще раз? Амурская осень. Сергей Новожилов. Сергей Новожилов さんで、私はプロデューサーで、脚本家であり、ショーマンという要素も持っておりまして、全般的に芸能イベントを担当、企画しております。Ну и в том числе продюсер этого нашего короткого фильма «302 бис», который... Ивенту мы танкуем, и в этом году «302 бис» продюсером мы стали. Саша, мы бы хотели тоже узнать, как сказала Рен, она представит японских коллег, может быть, тоже тогда. Да.